группа из Азербайджана. Из Азербайджана мы тоже поздравляем хозяев турнира. Но также сегодня утром закончились командные соревнования среди юниоров. И наши девочки в составе Юлии Бравиковой, Вероники Поляковой, Олеси Петровой и Ирины Аненковой выиграли золото. Белоруски на втором месте и команда из Азербайджана на третьем. Начинают гимнастки сильнейшей подгруппы, подгруппы А, свою. Марафон гимнастический, они будут выполнять упражнения последовательно. Четыре предмета будут менять друг друга на ковре. Это так называемая вертушка. И мы с вами увидим представительниц Белоруссии, Болгарии, Украины, России, Азербайджана, Израиля. То есть все сильнейшие гимнастические державы сейчас будут представлены, дорогие друзья. Так что вы получите истинное удовольствие. Сейчас на ковре гимнастка из Белоруссии Мелитина Станюта. Ласковый дождик. А вот Мелитина Станюта, родители, кстати, они к спорту не имеют никакого отношения, они оба журналисты, но, видимо, у них большая фантазия, они назвали девочку таким красивым именем, и означает оно медовое, дарящее окружающим свое тепло и красоту. Ну и не лишним, наверное, добавить, что артистизм у этой девочки не занимать, потому что она правнучка актриса Стефания Станюта. Да, очень известная в Беларуси актриса. Мелитина справилась со своим упражнением достаточно хорошо. Но сейчас на ковер выходит Яна Кудрявцева. У нее второй стартовый номер. И она начинает. Снова Мелитина Станюта. Второе упражнение, упражнение с мячом. За упражнение с обручем Мелитина получила 18-266. Достаточно высокая оценка. Очень приятно с этой девушкой разговаривать. У нее хорошая речь. Она интересно отвечает на вопросы. Ну и, кроме всего прочего, у нее есть такое философское отношение к жизни. Во всяком случае, ей принадлежит следующее изречение, что в нашем виде спорта мы не бегаем, не плаваем, не поднимаем штангу. Вид спорта субъективный, но самое главное в этом виде нравится публике и нравится себе самой. А все остальное – это дело сути. Опять же, это ловля в две руки. И вот Мелитина два риска, к сожалению, поймала в две руки. Конечно, я думаю, что судьи это заметят, это считается ошибкой. Ну, пока она лидировала, посмотрим, что поставить за композицию в сопровождении известной музыкальной темы Кармина Бурана.
Яна Кудрявцева. Вертушка гимнастическая продолжает крутиться. Продолжается упражнение. Теперь Милитина Станюта выходит на ковер с булавами. С 15 лет в сборной Белоруссии выступает эта девушка. Довольно успешно, несмотря на травмы, которые периодически была серьезная травма. Вышибали из колеи. Ну, Милитина с этим справилась и продолжает выступать. Ирина Липарская выходит вместе со своей гимнасткой Милитиной Станютой. И та решительно идет в бой, можно сказать. Да, это действительно так. Заключительное упражнение, от него очень много зависит. Несмотря на все внешние прелести и сказочность, и романтизм этого вида спорта, это настоящий большой спорт с его большими страстями, с нагрузками, с болью и с борьбой. Оригинальный элемент Милитина, она ловит палочку самой лентой. И без, как бы без помощи рук это получается и без зрительного контроля. Так что тут дорогой было, элемент, ну, все было четко. Вот это тоже. Ну, это вот как интересно, раз да, поворот, да. Ну, молодец, Милитина, молодец. Выступила она очень хорошо. Даже
ждем оценки. Напряжение нарастает. К слову сказать, в многоборье у групп, ну, только наша сборная, пожалуй, на 2 балла опережает следующую команду. Все остальные 5, то есть вот если взять всю шестерку, имеют 34 балла, и все остальное только 10-е, сотые, тысячные. Да. То есть такая плотность результатов, такая конкуренция необыкновенная. Вот уровень нашей команды, уровень упражнения нашей команды, конечно, превосходит все остальные. Ирина Александровна говорит, что сейчас в групповом упражнении каждая гимнастка индивидуальность, и каждая может выступать и в личной еще программе. Ничем не уступает и тем, кто выступает в личной программе. Да, это прекрасно. 72,416 баллами Летина Станюта, Белоруссия.